Здравствуйте, Станислав Иванович. Как обещал. Рукопожатие и поздравления с 95-летием от самого градоначальника получил сегодня фронтовик Семен Серебренников. Вслед за приветствием председатель Бобруйского горосполкома Александр Студнев прикрепил к военному кителю юбиляра медаль к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков от Российского комитета ветеранов. Место для новой награды нашлось не сразу. Мы очень тронуты вниманием общественности, администрации Бобруйска, к нашей семье, к отцу. Ветерану. Семен Залманович родился в 1924 году в Мстиславле. В 18 лет он добровольцем ушел на войну. Был направлен на учебу в Севастопольское зенитно-артиллерийское училище, которое эвакуировали в Уфу. И через 6 месяцев уже командовал зенитно-пулеметным взводом на Калининском фронте. Учил подчиненных стрелять по самолетам, танкам и пехоте. Под Витебском мой взвод попал под огонь немецкого бронепоезда. И один тяжелый снаряд попал в окоп. Что от расчета осталось? В послевоенные годы Семен Серебренников служил в Германии и Беларуси в 110-й зенитной артиллерийской бригаде в Бобруйске. Она входила в состав 5-й гвардейской краснознаменной танковой армии. Окончил Киевскую военно-инженерную радиотехническую академию. После выхода в запас занимался педагогической работой, возглавлял станцию юных техников. Ему присвоено звание «Отличник народного образования». В день рождения поздравить юбиляра приехали дети и внуки, которых судьба разбросала по свету. Сегодня у них отличный повод собраться всей семьей. Мы, конечно, гордимся. Он для нас пример и как бы стимул, что, допустим, там 45, 50, 60, 70, 80 и так далее, жизнь, возможно, только начинается. То есть надо всегда надеяться на то, что все еще впереди. В свои годы ветеран ведет активную общественную жизнь, уделяет внимание здоровью и пишет книги. В 95 он по-прежнему полон идей и планов. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.